Библиотека поселка Развилка – одно из самых крупных культурных учреждений поселения. Ее посещают более 2000 читателей. Сюда приходят и дети, и взрослые. Фонд библиотеки насчитывает более 14 тысяч книг. Кроме самого доступа к источникам знаний, учреждение проводит и другие культурные мероприятия. Например, один из этапов конкурса – «Зубовские чтения». Разноцветными мелками можно много рассказать. Нам хотелось бы цветами шар земной разрисовать. Взрослые жители поселения тоже могут поделиться здесь своим творчеством со всеми желающими. Для этого специально существует проект «Наши земляки». В его рамках поют, читают стихи собственного сочинения, проводят мастер-классы по прикладному искусству. Здорово, что все здесь сегодня собрались. Из-за численности посетителей творческих мероприятий библиотеки собираться в ее стенах становилось все труднее. Раньше все наши мероприятия проходили в нашем читальном зале. Нам приходилось переставлять столы, расставлять стулья, вывешивать экран. И все равно это помещение вмещало не более 30 человек. На выручку пришла администрация района. Развилковской библиотеке было передано в безвозмездное пользование прилегающее к ней помещение, в котором раньше находился продуктовый магазин. На устранение торгового прошлого выделили 1 000 000 рублей. Теперь работы идут полным ходом. Вход в нашу библиогостиную будет осуществляться через эту дверь. И вот таким образом мы будем попадать в наше новое помещение. Здесь у нас будет зрительный зал, смонтирован небольшой подиум для артистов. В Развилке работают 3 театральных студии – Мамонова, Картино и Дроздова. И ребята давно ждут, когда же у нас будет сцена, для того, чтобы они могли показывать свои спектакли жителям поселка Развилка. Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Совсем скоро на этой сцене будут выступать настоящие артисты, воспитанники театральных студий «Развилки». Кроме театра предполагается устроить лекторий, для чего заказана овальная грифельная доска, плазменные экраны на стенах, столы-трансформеры, мягкие пуфы и игровые приставки для привлечения тинейджеров. Такое в планах у директора библиотеки. Как говорится, задуманному быть. Работы на объекте ведутся с применением высококачественных материалов. Будут все работы закончены в срок. Срок сдачи намечен на конец августа, но, скорее всего, есть тенденция, что сдадим раньше, то есть в середине августа. Открытие нового зала планируется приурочить к 70-летнему юбилею поселка Развилка, которое состоится в начале августа. Наша телекомпания приглашена, так что и мы, и наши телезрители обязательно оценим конечный замысел творцов. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.